ребята, короче, мы спускаемся в каньоны. Посмотрите, какие стены. Все просто обворожительно. Да, Руся, полежи, пожалуйста. Окей. Нас переправили в другой, чтобы людей не так много было. Ребята, не знаю, много не скажешь. Все очень красиво. Мы медленно продвигаемся. Смотрите, наслаждайтесь. Это наш тур. Индейка, чистокровная. Лимонова. Вода идет, вытащила камни. О, пойдем через эту дыру. Вау, все такое выточенное, красивое. Would be the sunny days. So when the sun plays with the oldest colors, huh? Yep. And that's how you get all the colors on one side. Mm-hmm. If it's a cloudy day. What kind of rock is it? If it... This here is Navajo sandstone. Oh. Navajo sandstone. Navajo sandstone. It dates back to the Jurassic era. Jurassic era. So this rock here is 190 million years old. Короче, ребята, 180 миллионов лет этим камням, это Навахо, а камни, они еще в динозавровые времена возвращались. But as a kid growing up here, we used to go to the canyons and play. So that was your sandbox, literally, huh? Yeah, nice. Sweet. Говорит, когда я вырастала, еще маленькая девочка была. Мы спускались в эти каньоны, это была для нас как песочница для детей играться. Так что она тут каждый закоулок знает и говорит, что тут очень много таких каньонов. Но именно вот этот, ее племенем, они владеют, племя ее, вернее, владеет этими каньонами. Поэтому она их очень хорошо знает. Идешь, по ногами песок такой.
Ребята просто удивляют, как время все обтачивает, эти камни все. Она говорит, что самое лучшее время ходить тут, когда солнце стоит, когда каньоны переливаются разными цветами. И просто обворожительное чувство создает. Если вы думали, что не попадем на каньоны, мы за них сюда ехали. И сутки ехали. Не только из-за них. Еще по следам орел и решки пройти. Ага. Мы свои следы делаем, да? Да. Мы прошлись по тем местам, где орел и решка были. Нашли бутылку. Тоже очень хорошо. И это последняя точка нашего путешествия. И сейчас мы заходим между скал, именно каньон, где вода, ветры и миллионы лет сделали свое дело. Yeah. So folks, right here is the north end of the canyon. Это северный конец каньонов. This one's a dark canyon. Это темный каньон. Taking photos, keep your flash off. Говорит, когда внутри делаете фотографии, но не включайте съемки. Она говорит, что лучше всего в каньонах не включать вспышку, потому что она цвета заглушает. Она говорит, в эти каньоны, где мы сейчас будем идти, свет не попадает, потому что они очень близко. So that's the camera, is that? Почему их называли каньон антилоп? Потому что когда-то их тут очень много водилось перед тем, как появились американцы, колонисты. И чем цивилизация ближе подходит, тем они удалились отсюда. Но еще чего не характерно, что вот каньоны, когда антилопы бежали, они попадали туда, проваливались и, падая на дно, убивались. И это для индейцев было, как говорится, легкая добыча. Они ходили, собирали, и племя питалось им. Смотрите, какие причудковатые формы. Тут очень темно в каньонах. Hello. Just watch your step and you can go ahead and continue on. These canyons, they were carved out by land and water erosion, so it's very dangerous and you got it.
okay if I take a photo? Please? Yes, please, thank you. You guys are gonna stand right over there in that lane. Yes, darling. Okay. Yeah, then you're just gonna look up for me. You should bring out your camera. Oh, from the bottom? Yeah, so you can use your phone. Use your phone and put on the light. And then you're just gonna flip it this way. Turn it around. Oh, yeah. Yeah, just gonna turn this thing. Just sort of this way? No. Leave the light on. The light. Leave that on. Okay. And you're just gonna face it. Like this. Mm. Oh, so we see our faces. So, yeah. Thanks. Thanks. Отсюда я тоже сфотаю вот так. Иди дальше, чтобы было видно между щелями. Да. Ребята, посмотрите, это все натуральные камни и чудеса природы. Блин, как в сказке, это даже не верится, что природа может такое сделать. Baby. Это, наверное, 10-этажный дом, то есть спокойно будет. Вау. Окей. Ставишь мой телефон? Угу. Чтобы я сначала на меня нажал. Ага. Чтобы я потом нажал, и она пойдет, и потом я не вверх. Ага, побыстрее. Ты меня видишь, какой-то цвет идет час, я иду, окей? Ага, хорошо. Так, ребята, обувь, это не просто.
Лечь. Про вас не забыть. Ой, давай, гайс. Первый все присела. Давай опять такую фотку сделаем. Yes, yes, please. You guys are gonna stand there. Okay. When I say go, you're just gonna go around me, and you're gonna stand there. Then you guys are gonna hold each other. And look at so each other. We walk like a slowly. Kind of fast pace. Fast pace, go there. Yeah, around. You'll be okay. Okay. Just look at me first. Okay. Then go ahead. And right there, then hold each other. There you go. Don't move. Nice. Somehow, you know, all you're these magic. There you go. Nice. Yeah, because right now we have more lighting than the other part, so it's kind of hard for me to take photos on some parts. That is so cool. I didn't even know that amazing trick about that. Nice. Yeah. Wow. Yeah, let's take some time. Okay, sure. Thank you.